Друзья, всем привет! У моих партнеров из Европы появилась проблема. Как вывести деньги на собственный кошелек, Visa либо MasterCard? У россиянов и украинцев такой проблемы нету. У вас есть BestChange, но в Европе это маленькие проблемчики. Так, ну для этого есть такой сервис, как PixPay. Тут есть выбор языков: английский, русский, финский, эстонский. Так, что надо делать, чтобы вывести деньги на собственную карту? Очень просто, кстати. Сюда вводите данные для этого человека, кто получает деньги. Либо вы сами, либо кому угодно. Имя получателя. IBAN, то есть это кошелек, например, начинается там EE, FI, эссе, в каком стране вы находитесь, пояснение, сумма до 5000 долларов. Выбираете валюту, откуда вы будете платить. Тут имя того человека, кто отправляет. Ну, сюда вы можете писать что угодно. Это, ну, вообще ничего, никакого значения не имеет. И подтверждаю. Это можно делать всех языков, это будет одно и то же. И получается, например, этот номер ссылки, если вы платите какой-то счет за квартиру, за мобильный телефон, что угодно, тогда вы заполняете вот это место, номер ссылки. А если просто частному лицу, сюда оставите пустую и посылаете. Вот так и просто получается, можно перевести деньги на собственную карту. Тогда у вас будет, на мылу придет информация, в каком он положение, например, там в банке обрабатывается, и получили. Приходит сообщение, вуаля, деньги у вас на счету. Вот есть такой прекрасный сервис, пользуйтесь, друзья. Так что не расстраивайтесь, партнеры из Европы, у нас все схвачено. Если это видео было вам полезно, поставьте лайк, подпишитесь на канал, узнаете всякие такие интересные фишки в связи с криптовалютой. Всем пока!